Уже сегодня, ребята. Найда, это не Надя. Что вы хотите? И сегодня... Там сейчас выхожу на сцену. Захожу в комнату, а что делает Надя? Она пишет песни. Я тогда сказала «да, да», растворялась в твоих... Всем привет! И вы в новом Дода-влоге, который будет настолько интересным, потому что именно в нем вы увидите полный, подробный бэкстейдж такого грандиозного события, как премьера. Чем тебе тогда сказала «да-да», растворялась в твоих... Что, ребят, предпоследняя репетиция. Погнали! О тебе, мои мысли о тебе. И я уже в павильоне, где будет проходить представление моего первого альбома. Ты без последней подготовки, ребята, к Дофамину. Женя уже наготове, и, конечно же, я тоже. Мы делаем последние подготовки, ребята, привет! Ну, и начинаем! Уже сегодня, ребята! Кстати, слушайте мой альбом по ссылочке в описании. Весь альбом уже доступен на всех музыкальных площадках «Дофамин». Скачивайте песни, слушайте. Ну, а мы начинаем подготовку. Больше не могу ничего показывать. До утра! Они так смотрели на меня. Сердечный мой удар. Ты разнес мне сердце в хлам. Так, ребята, вы сейчас на прямом эфире в Дода-влоге. Скажите пару слов об этом событии, как ваши ощущения? Мои ощущения просто нереальные, если честно, боюсь что-то не то сказать. Очень вкусное вино, очень красивая сегодня у нас Надя. Собственно говоря, девушка, ради которой мы здесь собрались, да, ребята? Очень нравятся вот эти вот образы, очень нравится вид Дженг, все вот это. Надя, правильно называешь, да? Все просто идеально. Так что поздравляем Надю с премьерой! Я хочу пожелать Наде удачи, карьерного роста, и пусть этот альбом будет просто нереальным, пусть он будет пробивать просто все топ-чаты, и только удачи, только успеха. Спасибо. Это Дода-влог. Привет, с вами Бьянка. Я очень рада, что я все-таки пришла сегодня, потому что график у всех сильный, так вы знаете. Очень вкусная закуска, очень классные песни. Отлично, ребята, ну а мы продолжаем. Так, ребята, всем внимание на фотозону. Всем привет. Именно сегодня на этом пати мой альбом. Мой первый дебютный альбом «Дофамин». Сегодня день рождения этого альбома. Его первое восхождение на свет. Я рада, что в этот важный для меня момент все вы рядом. Егор, привет! Поздравляю тебя с премьерой. Просто нет слов всех масштабов, всех людей, которых я здесь вижу. Всем привет! Премьера тебя любимая. Хочу сказать, что думаю я, что здесь будет сейчас очень-очень жарко. Столько красивых людей. Снимите людей. Посмотрите, какие все красивые. Просто сцена есть. Как ты мог не представиться, а? Меня зовут Алексей Завгородний, Алексей Позитивный. Что вы хотите? И сегодня... И у нас сегодня Надя Дорофеева со своей премьерой EP «Дофамина». И на фоне играет Егор Крид. Что для тебя дофамин? Энергия, чувство, любовь. Это предательство. Я вот, знаете, что вот делаю? Я захожу в комнату. А что делает Надя? Она пишет песни. Она буквально вот так вот по частичкам, когда у нее только было время, писала эти песни, скидывала по тапу, они там как-то с ним все это делали. Мне лично нравится песня. Я ее называю не от тебя, я называю ее «Похуй», потому что она мне очень-очень нравится. Она насчет организации все занималась, мне кажется, Дарина. Ну, тут, мне кажется, все, как она захотела. А как ты относишься к Надиному первому альбому? Чувствую гордость, конечно же. Было такое не раз, что у Нади было выступление и в «Время и стекло», и в «Сонном проекте». А ты первым был, кто послушал новые песни? Знаете, Надя такой человек, она постоянно таит, постоянно. Она не дает мне послушать новые треки. Она мне ничего не дает, ребята, не дает. Улечу под это дип.
Ну вот и все. Прямо сейчас выхожу на сцену, ребят. Волнение идет, но я знаю, верю, что все будет просто идеально. Финал. И сейчас. Надя, на этой сцене. Надя, мне кажется, это было очень классный день. Но еще не конец, влог продолжается. И самые яркие моменты вы видите прямо сейчас. Ребята, мы в очередной раз зажгли сцену. Спасибо, что пригласила. Спасибо. Правда, огромное спасибо. Вы – это просто мощная сила. Прям люблю вас, Надя. Спасибо. Спасибо, что нас пригласила. Спасибо, Надя. Теперь слушайте мой дофамин на всех музыкальных площадках. И теперь он существует. И вы были свидетелями этого. Огромное спасибо за то, что смотрели этот влог, за то, что пережили со мной, с моей командой такой важный для нас момент. Премьера моего первого сольного альбома «Допамин». Я сразу заметила твои черные глаза. Они так смотрели на меня. Да, ты сразу поняла, надо бежать от тебя. Здесь и против, все и за. Отпускаю тормоза. Я готова проиграть. Я сгораю от стыда. Сильву плетущему ва. Это все твои глаза. И эти люди просто невероятные. Ты невероятный. Это ты невероятный.